эфире программа «ДПС на УТС». В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. В начале выпуска информация об аварии, которая произошла сегодня утром на левом берегу Новосибирска. Неадекватный водитель сбил двух пешеходов и, как ни в чем не бывало, уехал. Инцидент записал регистратор встречной машины. Очевидцы рассказали, в парковочном кармане на станционной между водителем Логана и двумя пешеходами произошел конфликт. Автомобилист резко рванул с места. Женщина оказалась на капоте иномарки. Мужчина пытался остановить транспорт и схватился за приоткрытое боковое стекло. Водитель не обратил на это внимания. На скорости он проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора. Девушке, которая в этот момент пересекала проезжую часть, удалось отскочить от несущейся на нее машины. Нарушитель скрылся. Пострадавшую женщину доставили в больницу. Ее спутник травм не получил. По нашим данным, личность лихача установили. Сейчас он дает показания в полиции. 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Кировском районе города. Это авария, результат невнимательности и беспечности обоих участников дорожного движения. Ребенок пересекал проезжую часть в зоне действия разметки. Вот только он позабыл спешиться и выкатился на дорогу на самокате. Водитель БМВ не обратил внимания на знаки и не стал тормозить перед зеброй. Пострадавшего забрала бригада скорой помощи. Еще одного несовершеннолетнего сбили в Советском районе Новосибирска. Пенсионер не заметил на дороге 11-летнюю девочку. 78-летний мужчина за рулем Ниссана ехал по Приморской и не стал останавливаться перед пешеходным переходом. По разметке в этот момент шла школьница. Она получила многочисленные травмы. Сейчас находится в больнице под присмотром врачей. Еще один дорожный инцидент произошел в центре Новосибирска, рядом с оперным театром. Из-за сильного порыва ветра на проезжую часть упало дерево, благо обошлось без пострадавших. Дерево просто край еще. Он живой вообще. Там типа просто, он ехал, ему прям на лобовуху прилетело дерево. К другим темам. Житель Новосибирской области отправился в колонию и лишился автомобиля. А все из-за пагубного пристрастия к алкоголю. 33-летний уроженец Венгеровского района прошлой осенью катался на машине под шофе и спровоцировал аварию. Обошлось без тяжких последствий. При проверке документов выяснилось, что ранее он уже был судим за подобные нарушения. В этот раз Фемида назначила ему 1 год в колонии поселения. Почти на 4 года лишила водительских прав и конфисковала ВАЗ в пользу государства. И еще двое новосибирцев оказались на скамье подсудимых за угоны чужого транспорта. Житель Советского района получил 1 год и 9 месяцев в исправительной колонии, потому что напился и без спроса взял «Тойоту» друга покататься. Правда, далеко не уехал. Почти сразу же попался инспектором. При проверке документов выяснилось, что автомобиль не его, а сам автолюбитель ранее уже был судим за вождение под градусом. А вот 21-летняя барышня из города Обь еще не выслушала свой приговор. Идет следствие. Предприимчивая девушка заметила около дома бесхозный ВАЗ, вызвала эвакуатор и отвезла его в пункт металлоприема. Спустя время в полицию поступило сообщение от владельца машины. В нашу редакцию обратились автомобилисты левобережья Новосибирска. Они пожаловались на проблемную остановку общественного транспорта и узкую проезжую часть. По их мнению, из-за этого на участке регулярно появляются заторы. Вот она эта ситуация с остановкой на улице Широкой. Автобус повернул, встал, и все машины встали. Дело в том, что останавливающиеся автобусы блокируют проезжую часть. Другим водителям приходится ждать. Кто-то пытается объехать по встречке, провоцируя аварийные ситуации и пробки. Вот она, геморройная. Граждане автолюбители, неужели трудно встать так? Длинные летние каникулы только начались. Школьники пересели на велосипеды и самокаты. Накануне в автогородке юным участникам дорожного движения напомнили правила безопасности. Так наглядно учат детей быть внимательными и не заезжать на соседнюю полосу, а еще держать дистанцию и грамотно совершать маневры. Я вот сейчас за сыном наблюдал, он старательно соблюдал все правила движения, останавливался на светофоре. Достаточно сложный круг, из него тоже нужно правильно выезжать, и видно, что кто-то это делает, кто-то нет в процессе игры.
Игровая форма действительно помогает лучше усвоить азбуку безопасности. В городке все по-настоящему. Разметка, светофоры и дорожные знаки. Выполнять требования обязаны все, даже несмотря на то, что это детская автоплощадка. Каждый раз, когда переходим дорогу, всегда акцентируем внимание и на сигналах светофора, и на знаках. И если он занимается велоспортом, обязательно, чтобы он был в велошлеме. Если он подъезжает к дороге, чтобы он слез с велосипеда и провез его через пешеходный переход. Безопасность превыше всего, поэтому ребятам сначала рассказывают правила, а потом выдают велошлемы и налокотники. Переходить дорогу на зеленый свет. Переходить только по зебре. И надо, когда переходишь дорогу, посмотреть сначала налево, а потом направо. Кстати, это единственный автогородок в Новосибирске открытого формата. Здесь изучают теорию и практику. Ребята пробуют себя в качестве настоящих водителей. Дети изучают правила дорожного движения в формате мультимедийном, на пультовой системе, решают некоторые задачи, изучают ошибки, какие у них есть, часто встречаются, и потом уже выходят на улицу на практическую часть. Практическая часть заключается в том, что дети пробуют себя в роли водителей транспортных средств. Впереди 3 месяца активного отдыха. Чтобы родители были спокойны за своих детей, стоит каждый раз повторять правила безопасного поведения на дороге. Ведь движущийся транспорт представляет угрозу не только на магистралях, но и во дворах. За 4 месяца текущего 2024 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 100 фактов дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. В этих дорожных происшествиях 2 ребенка погибли и 110 человек получили травмы различной степени тяжести. На сегодня это все дорожные новости. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp. Номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь и на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». В студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и до встречи в эфире ОТС.